Внезапно настало время нейронок. AI покоряет наш мир. Нельзя затаиться подальше в сторонке. Прогресс технологий нас всех изменил. В начале пути нам казалось, машины не смогут творить и любить. Сейчас все иначе, а их диалоги любого смогли удивить. Все творчество было в руках человека. Шедевры великих пленяли сердца. Сейчас же художникам, даже поэтам, придется творить чудеса? Да что там художник? Обычных кассиров машины смогли заменить. Что все это значит? А значит, нам, людям, пора бы себя обновить. Настала пора, чтоб творить, удивляться, стать гибче в мышлении, изобретать. Не стоит с машиной бездумно тягаться, они и без нас умеют считать. Так в чем же отличие? Сила в общении. Нам, людям, общаться дано. Делиться друг с другом своим вдохновением, чтоб было на сердце светло. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся на новый курс. До встречи!